Вот, я сейчас покажу, как можно лошадь водить. Это у меня фон. Взял часть табуна и свалил с ними куда-то в голубые дали. И чтобы он окончательно их не увел, я приспособила такую штуку. Это значит пояс. Это вот у меня пальто мое, в котором я была. Тут дождь идет. Вот, тут еще тут кобыла рыжая возле нас тусит. И вон там уже идут остальные лошади за нами. Это очень хорошо. Он, у него на голове пальто, но он, в принципе, к этому спокойно относится. Только приходится его удерживать немного. Все остальные идут, но я его не отпущу, потому что иначе он свалит. Вот. А все, вот еще часть табуна, там привязанные лошади, Марина пастух переставляет, и они никуда не уходят. А это вот афонского табун только. Не отпустить его, главное. Короче, такой вот ноу-хау.